собираем вот такие вот награды. Получается, снова у нас из акрила нанесена печать, наклеен черный акрил, вырезанный лазером с текстом. Потом сюда будет вклеиваться вот так вот лев из гравировочного пластика. И будет наклеиваться вот такой вот логотипчик для теннисного турнира. Вот у нас постаменты из искусственного камня. У них отфрезеровано отверстие, но оно немножко скругленное. А детали из акрила, они вырезаны лазером, они идеально гладкие. И они так просто сюда не вставляются. Поэтому в обязательном порядке немножечко снимаем края, вот чтобы он потом плотненько вошел в свое отверстие. Получается вот так. Держится хорошо, потом еще дополнительно сюда проливается клей, и оно будет держаться нормально. Так, это у нас UF-печать, да, на акриле? Да, это UF-печать, проставки из акрила, и на них будет клеиться следующий парус.